стаканы. Вот уже Игорь на готове. Вот красавчик. Чисто вылитый Декстер. I was raised with a certain set of principles. Яйца, чеснок, вот эти вот огурцы больших размеров. Непонятно, где такие огурцы. У нас таких, наверное, и нет. Или, может быть, супермаркет. Обыском шлюпки необходимо проверить уровень масла. Вот Игорь уже щуп опускает. Осталась последняя работа по аварийному дизель-генератору. Смотрим описание, что вам тут сказано. Что первую неделю электрический старт, вторую гидравлический спринг. Но у нас нет ни гидравлического, ни пружинного старта. У нас ручное. Третья неделя тест on load. И четвертая. Снова гидравлическая и пружинная. Вот у нас сейчас идет третья неделя. Мы проверяли тест on load. Ну, заполняется следующим образом. Первая вкладка неизменна. Это planet работа. Это inspection. Это safety. Немножко поменялось. Это сразу safety. Копируем в title сюда. Пишем тест on load. Тут пишем. И вольтаж. Мы также выбираем должность. Третий инженер. 30 минут попадать. Ну и все. Каждое воскресенье также, помимо СМС, необходимо вписать другую программу анализа нашей воды, потому что это все дело идет месячный отчет. Вот, называется на Waterproof, заходим в Waterproof, жмем Test Results, и вот открывается этот график. Пишем, сколько у нас флоридов, 40, нитрита у нас 1960, pH у нас 9,1, Makeup quality у нас дистиллат и appearance чистая пиво. Пополняем мы сколько в среднем? Где-то литров 50, наверное, примерно. И rock and glue мы заливаем. Сколько? Литр. И осталось у нас 4. Все, вот как раз в зависимости от данных меняется сам график. Вот сейчас он пошел вниз. У нас вверх пошли, баш, ровно стоит. Все, сохранили и закрыли. Ну, так как у нас сегодня safety round, нам необходимо сделать ревью, risk assessment по запуску некоторых механизмов. Вот, мы зашли в менеджер, risk assessment, нажали на него, он долчал лаунда два раза, и ищем эти механизмы. Да. Конечно, что тут у нас? Cooler condensers, purifiers. Тут ничего мы, в принципе, не заполняем, мы только делаем ревью. Вот lifeboat. Шлюпки. Ревью сегодняшнюю дату. То есть была дата 10 сентября, сейчас она станет 17. Вот, 17 сентября. И раньше steering gear тоже сегодня запускали. Ревьюком флоус. Потом starting fire pump. Ревьюком. И holy water inspection. Я нажал. Ревьюком. Ну и все. Это у нас meat fish.
Вот температура минус 18. Давайте проследуем внутрь, посмотрим, что здесь. Надо же дверь закрывать. Вот, все, отмерзшее. Тут у нас мясо, мороженое, которое, кстати, почему-то по воскресеньям я не вижу. Я не вижу розового мороженого. Видимо, его никто не видит. Кто-то другой его ест. Барабашка. Вот, мясо. Все такое. Нож торчит в деревяшке. Если захочешь поесть, можно вот, не знаю, там. Для непрошенных гостей. Да, отрезать что-нибудь. Ну все, тут что-то прохладно. Давайте дальше. Свет замерз. Следующее это у нас vegetable, тут хранятся овощи, фрукты. Посмотрим, что там вообще принято. Смотрите, соки, дофига соков, бананы, сырок. Вот маракуйя, которую давали один раз, или два раза, да. Один раз у меня кто-то со стола украл ее, второй раз уже я в ответ. Яйца, чеснок, вот эти вот огурцы больших размеров. Непонятно, где такие огурцы. У нас таких, наверное, и нет. Или, может быть, супермаркет. Помощки появились. Да, это цукини какие-то. Типа цукини, кабачки, пару лимонов. Яблоки. Что еще? Вот яблоки, помидорки, баклажаны, лук. Вот это вот молоко, наверное. А, это не молоко, это йогурт, и нам дают на завтрак. И дофига картохи. А это, видимо, конденсат собирают. Да, вот ведро. Видимо, его мессман потом выливает. Все, вот так вот выглядит эти. Ну что, сейчас будем будить Игоря перед занятием спортом. Это я, Винни-Пух. Винни-чпок? С камеры. А, это ты? Ну, Игорь, покажи свое личико. Свистоплясов. Как ты выглядишь? Всем привет. После пробуждения. Свистоплясов. Ты руку убери, пусть люди тебя увидят, твое пухлое лицо. После двух лазань. А, как ты себя чувствуешь? Сейчас, вот так вот. Пока Наташка дома лежит, он вот подушку обнимает. Такое вот здоровое тело. Ты идешь спортом заниматься или нет? Иду, Саша, ты иду, как вчера. Вчера мне тоже сказал, иду. Две лазаньи, так и спал две дальше. Две лазаньи что-то еще спят в моем желудке. Проследуем в Battery Room. Сейчас там Игорь уже меня ждет. Вот мы и внутри Battery Room. Здесь у нас висят все безопасные принадлежности. Вот написано, что нужно носить face shield, wear gloves. Тут у нас находится sulfuric acid, дистиллат, всякие мерные стаканы. Вот уже Игорь наготове. Вот красавчик, чисто вылитый Декстер. I was raised with a certain set of principles. I'm sorry, Doc. Actions have consequences, and this is yours. I'm gonna have to let you go. Сериал «Маньяк-убийца». Готов мерить плотность раствора в аккумуляторе. Ну что, Игорь, давай, сначала решай. Сначала мы смотрим уровень жидкости. Какой уровень? В аккумуляторе. Вот. Показываем. Смотрим по уровню. Вот низкий уровень, lower, а вот upper. То есть, вот, когда смотрим. У нас ниже ловер опускается, то уже блок. Да, нам то есть, необходимо держать где-то уровень средний какой-то. Ну, может даже быть да, upper level. Нужно добавить или кислоты, или дистиллата. Ну, с помощью ареометра мы можем узнать его плотность. Вот он опускает эту пипетку. Открываем крышку, опускаем пипетку.
Ну что-то не очень. То есть уровень у нас низкий. Находится на красной полоске. Значит, необходимо добавить сульфарик кейсет и зарядить аккумулятор, тогда он станет зеленым. Все. Вот чем Игорь, в принципе, сейчас и будет заниматься. Такой вот защитной экипировкой. Сейчас мы будем заходить в шлюпку, запускать ее, смотреть на аккумуляторы. Вот первым делом необходимо отсоединить электрический кабель для подзарядки аккумулятора. Сейчас Игорь будет открывать дверь, и мы проследуем внутрь. Перед запуском шлюпки необходимо проверить уровень масла. Вот Игорь уже щупа опускает, или уже даже, можно сказать, поднимает. Уровень масла нормальный. Сейчас он проверит воду. Что там есть вода? Вода тоже уровень нормальный. Да, все есть. И сейчас он начнет запускать. Перед этим я вам покажу рулевую. Вот мы недавно с Игорем ее поменяли, смотрите, какая красота. Новенькая, все работает. Это, если вот так вот сделать, то можно вручную ее управлять вправо-лево. Ну что, Игорь, поехали. Да. Давайте предварительно расскажем немного. Там включаются аккумуляторы. Покажи аккумулятор. Первым делом включаем аккумулятор. Вот он на панели. Красивые перемотанные. Потом амплифайер в ран позицию ставим. И старт. Отключаем амплифайер. Делаем вперед, назад. Проверяем. Аккумулятор, после чего включить амплифайер, можно ближе посмотреть. Появляется этот пирс, engine start. Все. Двигатель запущен, мы его где-то около 2 минут гоняем, проверяем вперед-назад, ahead to stern, после чего через 2 минуты можно остановить двигатель. И отключить амплифайер и отключить аккумулятор. Что еще из интересного есть? Вот это вот идет с air cylinders, подача воздуха внутрь шлюпки с баллона. Вот это вот вход, тут вот все расписано, как заправлять их и как в emergency ситуации с этих баллонов воздух открыть необходимо. Этот вентиль открыть, и воздух будет поступать внутрь шлюпки. Здесь у нас fuse switch box, включается making light, cabin light, search light, компас и запасной spare. Это у нас поворачивать вправо-влево, рулевая, все работает, хорошо. Это спринклерная система, в случае если вокруг шлюпки какой-то пожар, здесь тоже все расписано. Про гидростатик юнит и прочее. Это две панельки. Показано, что аккумуляторы заряжаются. Есть всякие power lamp. Что еще из интересного? Это у нас remote control handle. То, чтобы шлюпку на воду опустить. Что еще в шлюпке есть? Bilge pump ручной. Топор. Еще из интересного. Давайте дальше пойдем. Смотрите, всякие веревки, фонарики и вот эти вот печенья. Сейчас одно достанем, упаковочку. Вот они, Seven Oceans называются.
Да, в случае долгого путешествия в шлюпке этим можно питаться. Они, в принципе, калорийные. Я когда-то давно их пробовал. Ну что тут есть? Lifeboat matches. Спички. Все это запечатано, не буду открывать. Так они выглядят. В принципе, больше там ничего такого интересного нет. Но это весла. Здесь вода. Но я сомневаюсь, что этой воды надолго может хватить. Здесь также вода. First Aid Kit, Solos. Что-то пиротехника наша. Также вот у нас висит второй топорик. Вот там внизу необходимо открыть клапан с баллона воздушного. У них там два баллона и два клапана. А тут сейчас находится аккумулятор. Мы недавно меняли аккумулятор. Вот один обслуживаемый аккумулятор, вот он здесь находится, в который нужно заливать дистиллат или сульфарик эйсид. И один мы поставили необслуживаемый. То есть поставили и все, больше с ним ничего делать не надо. У него есть определенный срок, который он служит, дальше просто аккумулятор меняется. Вот здесь написано, когда зеленая лампочка, это окей, когда красная, необходимо зарядить батарею, когда белая, заменить. Вот у нас сейчас тут зеленый цвет, то есть аккумулятор заряжен. В принципе, на этом все.